Да, вот эти цветочки, их сейчас польют. Там вот целая машинка с водой. Если вот вы начнете смотреть мое видео, то вы увидите, там целая такая цистерна с водичкой. Так, вот ему ответил вороненок. Сейчас утром вот прохожусь. Пятница, 11, где-то утра. Столько много народу. Классно. Ожил город уже. Работа кипит. К туристическому сезону готовятся, делают город более красочным, ярким. Озеленители, все чистят, убирают. Ночью мыли тротуар. Я слышала, я так думаю, по звуку. Очень красиво. Так, а где моя улица? Моя улица Вене. Так, наверное, я не туда пошла. Хотя, наверное, вот. А, вот она. Вот она. Вот вчера я здесь была. Все, я иду на свою улицу Вене. А, так она к русской церкви, она поэтому называется русская Вене. Ну все, я вам показала, цветочки сажают. Так что все нормально. А это тоже немножко подсох. Тоже типа оливки или ива какая-то. Ой, подсох, полить бы его. Ну ладно. Может, польет. Какой-то Порш стоит. Наглецкий. Наглюся. Микро-поршик. Ну вот, город готовится. Хотя и так много туристов, и все готово, все красиво, но делается все еще красивее. Вот, и Вене 8 отель. Только не помню, как он называется, потом напишу.